весь народ. А все, все у нас. Вот, я же представил здесь, кто так смотреть, наверное, все в штатском, но все военнослужащие. Отсюда, до стенки буквально. Вот тот добродушный милый человек, который на добровольных началах все наши концерты с коллегами здесь освещает, его зовут Юра, вот он идет. Он такой с виду, ну, в министерской работе, на самом деле, старший офицер, полковник очень одного серьезного подразделения, одного силового ведомства. Это Валя, это что твоя честь. Он безвозмездно из любых искусств не может назвать наш мышцы. Изобразить искусство, но он освещает наш концерт и популяризует, как бы, все это дело. Поэтому вот мне дал, вот он, я отслеживаю четко, чтобы мы не повторялись пока. Вот. И мы стараемся повторяться. Наказывает. Он передал мне перечень, то, что не было на первом и втором концерте, песни. Поэтому, несмотря что нас мало, я вас приглашаю сегодня участвовать в творческом процессе создания записей и распространения их. Вот под управлением Юрия. Там сидит и улыбается. Поэтому я с вашего решения буду прямо по списку, потому что трудно выбирать, чего где. Первая песня — перевал Карамунжуан. Это в Афганистане есть такой перевал, почти с границы рядом с Пакистаном. Там людей, там завальный обломки, аэродром. Мы его брали, этот аэродром, обеспечить десантно-наступательную операцию, выбивали оттуда в 1982 году. Пакистанский спецназ, там черный аист, и все это там было, чтобы обеспечить посадку вертолета. Ну, перевал Карамунжуан славен тем, что в 2 километрах от него лазуритовый шахрон Карамунжуан, где веками добывались лазуриты. Лазурит — это синий камешек, очень красивый, и цена у него красивая, килограмм лазурита, а его как мрамора там. $3000, его везли в Пакистан, продавали, покупали оружие, оружие везли в Афганистан, а там мы пытались это оружие перехватить, уничтожая караваны с этим оружием со стороны Пакистана. Ну, вот песня такая. Нет? Перевал Карамунжуан, нищий на карте мира, на 300-ке он пунктиром тонким, да. Только птицам видено, что уходят легко крыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам видено, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжуан, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, ведут честные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, ведут честные и к другу, и к врагу. Перевал Карамунжуан, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, а мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что за любы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания ордена, были звезды на погоны, и этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжуана, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжуана, сколько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжуан, нищий на карте мира, на 300-ке он пунктиром тонким дан. И только птицам видено, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам видено, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Тут есть вторая, спасибо. Тут есть вторая, тоже про эту операцию, песня, она идет в конце, но я на этот блок спою. Это только когда горячка прошла, когда уже все, когда подсчитали потери, практически перебинтовали раны, нажрались водки, вот, унялась дрожь в руках, и
Десантура пошла вперед, а мы делали свое дело, сидели под скалами, приходили в себя. Об этом. И опять же про лазурит. Надо только сказать еще, что там Гулдот – это имя. Этот человек, национальный герой Афганистана, полковник, заканчивал нас Академию Фрунзе, командовал вот этим спецназом, черный аист пакистанским. И вот на этом переводе он был хозяином. Так что там прозвучит это имя, вы знаете, это местное, там, трудно произносимое, и помните их нечто. Да, много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. Там кушманский отряд под командой у Гулдота, а в них говорят, зажигай минометы, только нам порванись, нам на это наплевать, зажигай афганов вашу мать. Только нам все равно, нам на это наплевать, даже кого-то на вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезем прямо с борта, под огонь из пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Нас рассвет достает, запыленных и уставших, водка нас не берет. Так что молча пьем забавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с тобой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою Афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою Афгана мать. Наденем наши боевые ордена. Эта песня написана после Афганистана. Но Афганистан не кончился, для меня он закончился. Временная передышка была. Это был май, 9 мая 86 года. Из истории не выпрошу, мы все это помним, когда наши ребята 9 мая, не было официальных праздников, а война же не кончилась, никаких 15 февраля, далеко-далеко, еще неизвестно когда. И они надевали ордена на 9 мая, это же общий праздник, и шли в колонны ветеранов Великой Отечественной войны. А тех выкидывали из этих колонн и говорили, вы куда лезете, мы вот герои, а вы так, неизвестно чем там занимались. Ребят, не здравствуйте, ветераны, уходили, напивались там. Но вот на эту тему написал песню. Разожми кулак, сведенный друг, товарищ, пусть засветится. Ах, не тот, ну ладно, следующий. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы умеем верить в дружбу, закаленную в огне. И без слез оплакивать потери. Что же на войне, как на войне? Что не говори, а мы сильны, как прежде, верностью, честью фронтовой, верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что не говори, но мы сильны, как прежде, верностью, честью фронтовой, верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, но мы пройти сумели все,
все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Ну, ордена. У меня сборится наш орден Красной Звезды за обеспечение безопасности вывоза. Третий заезд в Афганистан, это 89-й год. Вручён Громову. Что такое обеспечение безопасности? Вот такая маленькая участие, но гордое название. Да, у меня звание было. Капитан, я был полковник. Капитан Морозов, командир, груз писали, значение 40-го армии. И в том, что без потерь прошел вывод, есть и моя маленькая участие. И орден мой боевой. Хотя я в 89-м никого не убивал, ничего. Я просто разведданные собирал там, да, обеспечение безопасности вывода. А вот следующий, у меня вообще триптих такой есть. У меня есть, не скажу, есть, остается, и даже по смерти побратим. Это правый летчик вертолет Ми-8, его звали Вадим Бурага. В Афганистане мы побратались, как и почему, там дальше из песни узнаете. Похоронен он, значит, есть в Подмосковье, не доезжая Домодедово, есть Востряковый такой поселок, деревенька, там кладбище. Вот на этом кладбище он и похоронен. Рядом с его женой, Нина красавица, она не пережила гибели мужа и умерла уже в Москве от тяжелой болезни. И все из рода Бурага умерли. И позапрошлым году разбился его сын Вадим Бурага, в автокатастрофе погиб со всей семьей. Так что вот рок такой висит на семье Бурага, а брат был отчаянным вертолетчиком, побратались мы с пьяную с дуру, но помнили вот такое. Сначала про то, как их продать. Мы ошиблись в расчетах, их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамуш, весь второй батальон, пулеметами духи зажали. Отсекли БДРы огнем СПГ, три из них подорвались на минах, налегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спину. То есть справа здесь то, черт их всех разберет, хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать, скоро ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везение любое. Я потом уже думал, а если пришлось затыкать пулеметом с собою, да, наверное, я б смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг душей полетела от реки, так знакомый набив вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир, баритоном окрепся комбата. И взметнулся распоротый мнурсами мир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, все отмечено в справках и сводках. Остальные вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще москвичом, эх, тесна же земля, побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, а его угораздило по-моему. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирту с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем громадою. Это диким покажется вам издали, мол, с ума что ли там посходили. Но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что англичане позабыли. Мы потом ни один еще прожили бой, да все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он сгорел в сентябре в Бадахшане. На гранитной плите между цифр тире и слова выполняя задание. Я сюда каждый год прихожу в сентябре, обратимо моим на свидание. Так теперь живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него. Может быть, за себя,
был такие, вручали ордена, так вручали, что лучше не вручали, да не нуждались в таком вручении. Ну, в общем, получал мой друг орден, который на 3 года держался, вручили, как всегда, как положено, в торжественной обстановке, и мы хотели отпраздновать в ресторан. В один ресторан нас не пустили, морды видно страшные, да? Пока я к силу не достал, тогда еще служил в одном солидном учреждении, вот здесь. Схватил швейцара за глотку и припугнул всех остальных стоящих, что начали вопить, что всех полорушил, чертой мать. Ну, и мы с другом прошли. Поминать друзей нам было, не важно помывать, мы и так как были в подвороте, там вот только куда стать и все. Но это то время, которое, когда она еще не кончилась, и орден Красной Звезды считался еще боевым. Разожми кулак сведенный, друг товарищ, пусть засветится и маливый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит свой небольчак вардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась пятая атака и как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядел, как там куражатся нафманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающую пожмет. Помнишь Пашку, а Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама, а Валерка звал невесту Натали. Третий тост. Не прячь глаза, ведь мы мужчины, а ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте омывают огня. Третий тост. Не прячь глаза, ведь мы мужчины, ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте омывают огня. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, у бессонницы забвенья не проси. Отведи нас на свидание с друзьями, не сговорчивай позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного или слишком суровый на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до деревни Вострякова, помолчи на краснозвезды. Спасибо. У меня качается. Вспомнил товарища, больше вас не буду, потому что тут, я лучше потом пою, тут никто не поймет, это такая, это отправка в Афганистан. Я спою вместо этого, это самый первый день подготовки. Как мы вообще в Афганистане оказались, на песню повесели, поэтому, значит, тут перебивочка такая веселая будет. Чучная, конечно, песня. Мы в московском кабаке сидели, Юра Соколов туда попал. И когда порядком окосели, всех нас на Афган завербовал. В края далекие, гальцы высокие, на тропы те, где дохнут ишаки, без вин, без курев, жизнь культурную. Скорей домой начальника пусти. Нам золотые горы посулили, пожелали доброго пути. В самолет с бутылкой посадили и сказали, да черт с тобой, лети в края далекие, гальцы высокие, на дороге те, где дохнут ишаки, без вин, без курев, жизнь я культурную. Скорей домой начальника пусти. В первый день мы выпили всю водку, кончился спиртовый рацион, и тогда вливать мы с
глотку. Керосин, бензин, одеколон, потом четверками бродили пьяные по дробам тем, где дохнут ушаки, бродили пьяные все вдоль по угону мы. Но никого, конечно, не нашли. Год прошел, закончилась работа, мы ж еще не начинали план. И за место годовых отчетов мы сложили песню про Афган, про край далекий дом с его красотами. Подробы те, где дохнут ишаки, бежим без курева, житья культурного. Горей домой, начальник отпусти. Песня написана в 79-м году. Написан вообще известный мотив, поэтому... Ну, за счет тех, которые с Юлиной помощью, вот, я, которые все сборник пишут, которые никто не знает. И запрещены они были все с 79 по 83 год примерно. Там. А вот есть сохранились у кого-то, где-то оцифровали кассеты, ребята, и какие вещи можно установить, устанавливать. Так что где-то вот на полгода, надеюсь, выпустим. Так, «Земля качается». Это песня, наоборот, «Прощение». «Прощение», «Каскад 4», это группа моя называлась «Каскад 4», вся операция. Еще Файзабад, Бадахшан. Сидели мы там, где хорошее место, где сходят четыре границы, Пакистан, Китай, там, по-моему, не знаю, что у нас, а, собственно, Афганистан, где-то там чуть южнее Индия. Ну, хорошее место, высокогорье, воздух прекрасный, 3 тысячи метров, уже на 4. В бронежилет не залезешь, там, с рюкзаком тоже, и автомат, в общем-то, не нужен. Вообще, без батарейского, да, что там воевать. Но, тем не менее, ничем не болели, кроме некоторых экзотических болезней, там, нервного свойства. Ну, и покидаем мы это, оставляем боевых товарищей. Боевые товарищи точно такие же, как мы тогда была такая группа «Коваль», МВД, группа особого значения. Лучше не было и не желаю до сих пор, лучше не было. Песня про них и про всех тех, кого дружили. Вторая город называется Файзабад, а вторая название «Дьезд». Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И все кончается, 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 и Файзабад едва виднеется внизу. И все кончается, 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 и Файзабад едва виднеется внизу. Здесь только было боевых друзей, товарищей, и с ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Мы с ними шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Где мы не встретились, в Европе или в Австралии, мы снова мысленно глянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Земля качается, 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 и самолет уже снижает высоту. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. Вот такая песня старых времен, 83-й. Еще одна песня «Прощание». Много было «Прощание», гораздо больше, чем, так сказать, по поводу прибытия на что-то. Натерпелись и заранее стали писать песни. Разорать, попрощались со всеми. Когда-нибудь в каком-нибудь виде да покинешь друзьями. Ну, быстро-быстро, словно птица, пролетит этот дом, проезжим этот дом. До советской границы нас помчит самолет, нас помчит самолет. И хребты Гиндукуша оставляя внизу, сонник древний нарушив, наберет высоту, наберет высоту. Снова встретит нас столица, и знакомый вокзал, и знакомый вокзал, и родимые лица, тех, кто верил и ждал, и с друзьями просимся, загрустившие мы домой возвратимся, мы домой возвратимся, и вернемся с войны. Мы будем петь и пить без меры, как велось на Руси, так уж есть на Руси. И сменим мы БТРы на салоны такси, на салоны такси. Будут ливни косые,
Над проселками вновь снова будет свобода, снова будет Россия, снова будет любовь. Будут ливни косые, над проселками вновь снова будет свобода, снова будет Россия, будет снова любовь. Ну, эта песня такая переделка, но она тоже вроде как веселая, если, конечно, в этом положении оказаться. Ну, какой-то известный песня, не помню, но туристический. Значит, на песне точно правда написано. Мы зачем-то сбежали от теплых квартир, ни газет, ни кино, и про женщин молчок. Только провод антенны, наш маленький мир, две брошюры против, и журнал огонек. А наш бравый радист, ох, как зол на весь мир, видно, мало зарплаты, Москва ему шлет. Он выходит на связь, а короче в эфир, и трагическим голосом что это орет. А вчера наш родитель, ну, совсем обалдел, и начальника группы он пальцем манит. Вертолет говорит, а совсем улетел. И погода сплошное дерьмо, говорит. А у нас ни жратвы, и ни курева нет. И собак ни одной, всех поели давно. Только ящик свечей и десяток ракет. Это даже не цирк, а скорее кино. Но мы не будем, конечно, друг друга съедать. А ведь где-то друг друга едят, говорят. Нас забыли, видать. Всем на нас наплевать. И не пришлет нам никто хоть немного пожрать. Тихо-тихо помрем по палаткам своим, в теплых спальных мешках, на верблюжьей шерсти. Ты меня назови, не буди, не буди. Нас никто в этом мире не может спасти. Мы засыпаны снегом вдали от Москвы. Мы с массива Джилга ждем партийный привет. На сегодня у нас не осталось жратвы, только ящик свечей и десяток ракет. Вот такая песня. Сегодня отдых от основной просит бой. Я только чуть подкорректировал. В 82-м мне пели солдаты мои. Ну, теперь про мать старушку, про что-то, я поближе действительно там про девушку написал. Ну что, мать старушку солдат, а 36 лет женщине, которая по его мнению мать старушка, а мне 32. Какая она, мать и какая старушка. Совсем нечто другое, гораздо лучше. Ну вот, поэтому я их немножко подкорректировал. Сейчас я пою по-другому, по-солдатски, в общем, я пою там, как ее пели. Петряев я неправильно пою, Дима мне написал там. Опять тревога, опять мы ночью вступаем в бой. Когда ж замена, я мать увижу и дом родной. Когда забуду, как полыхают в огне дома. Здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Когда забуду, как полыхают в огне дома. Здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Песок нагретый, палящий солнцем под 60. И капли пота со лба стекают, глаза едят. А мы с тобою тропой узкой идем к горам, чтобы вернуться, но и кого-то оставить там. А мы с тобою тропой узкой идем к горам, чтобы вернуться, но и кого-то оставить там. За перевалом, в глухом ущелье, где дышит гад, а
остались двое лежать на камнях, ведь смерть слепа. А может, завтра такая ждет и меня судьба. Здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. А может, завтра такая ждет и меня судьба. Здесь в нас стреляют, а там, как прежде, идет война. А завтра утром найдут два трупа среди камней. И стихнут люди, считая смерть их виной своей. И все узнают, что этой ночью пришла беда. Там не стреляют, а здесь пока что идет война. И все узнают, что этой ночью пришла беда. Здесь у нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Почти два года в Афганистане, и вот весной придет замена, я мать увижу и дом родной. Своей девчонке от счастья пьяный взгляну в глаза. Там они стреляют, а здесь пока что идет война. Своей девчонке от счастья пьяный взгляну в глаза. Там они стреляют, а здесь пока что идет война. Так что ж, ребята, давайте выйдем за тех парней, кто отдал жизни во имя жизни других людей. Кто не увидел за цинком гроба родную мать. За тех, ребята, за тех, кто должен еще стрелять. Кто не увидел за цинком гроба родную мать. За тех, ребята, за тех, кто должен в строю стоять. За тех, ребята, за тех, кто должен в строю стоять. Это отличается немножко. Ну, не знаю, наверное, так и должно быть. Взгляд офицера, профессионала, который пришел туда, но даже монтажка, даже деньги зарабатывали, за эти хорошие деньги платили. Помнишь? Ну. И от солдата, которого туда пригнали, а он раб 20 века. Он, ему тебяшли в голову, что там какая-то революция, не было никакой революции, национальная буржуазия была, передел, как у нас 91-й. Вот. И строить дома детские, строить чего, помогать крестьянству подниматься. Не было там крестьянства никакого. Там их дыхание, как жить в Штентлик, так живут. Страна торговая, на караван на пути. И, честно говоря, не надо было с монастырем, в чужом монастырь, в нашем устам лазить. Но и взгляд поэтому разный. Вот по этим песням, вот есть солдатские, есть офицерские романы, можно посмотреть общее отношение, выбрать про него в Афганистане, понять. Кто прав, кто не прав, кто там воевал, кто это, ну так, кто значит. Ну, зато было одно у всех. Подведешь друга у всех, у золотых офицеров. Бросишь друг, подведешь друга, жить тебе недолго. Тебя никто не закроет. Вот. Поэтому много песен о дружбе. У меня два замечателя было. Один по диверсии, зам по Д, не терпящий удов, а другой по контрразведке. Вот у них день рождения в один 17 апреля. Один день ему исполнилось по 28 лет. Я короткое. Это просто Юра просила, никогда не пел, он сейчас поет. Там очень короткая такая песенка. И надо сказать, что один у нас был зампады, который закончил Академию Щемдыма, он там все объемный взрыв устроил как солдат. У нас стекла вылетали без конца. Он унесло там футбольную сетку куда-то, ну не важно. Впечатление было, там объем взрыва. А второй обучал всех рукопашному бою. Сам каратист какой-то, да, уж не помню, имел. Мастер повольный боец, чтобы понятно было песню. Вот, день рождения. Вернее, следующий день. Отчего у нас Василий не на шутку занемог. Брадион бидон осилил и больше выдержать не смог. Не встает к обеду, только просит пить. А в Гане нету чем его лечить. Он вчера у БТР отломил КПВТ. Объясняя для примера, что такое карате. И вдруг соседние крыши начали стрелять из АКС-плана. А это просто вышел Юра погулять. И вдруг соседние крыши
начали стрелять, а это просто вышел Юра Бабулин. А у нас на крыше расчет, гранатомет стоял флаг, но командир задался, как дал под над городом. И началось еще два часа, три попашно. Мужик праздник бросили, предрезвели, а там все стреляют. Я говорю, провокатор, то хорошо не помнил, все любил происходить. Так, прости, что не добежал, тяжелая песня. Вот моя жена не любит до сих пор, ну просто Саша не любит. Но тем не менее, значит, есть же третий тост. Мало, все знают, что это такое, но что значит не любить третий тост? Надо просто помнить и чтить. Вот так пойти. Прости, что я не добежал до вражеского взвода. За 100 шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах и в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправ, как зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторил. А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья покаяться за брата, прости их, нежная моя, они не виноваты, что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но вверх взяла война. В одной шеренге с ними я под пулями душман ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Все, кажется, с военными песнями закончили. Одну песню пою, называется «Рейк маленький», значит, такая песня. У меня есть друг, которому написали вместе много песен. Я писал слова, он делал мелодию хорошую. Я спою песню продолжение. Значит, 15 человек она называется. Причем написана была году еще в Афганистане, второй заезд. А закончена уже после событий 91 года. Так что там понятно, сейчас будет какое продолжение. 15 человек, нас много или мало. Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда еще короче. Нам топать предстоит почти что Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи с налета захватить с оружием караван. Поклялся комполка, что будут нам награды. И тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, вы справитесь, ребята. Но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы. Полночи погоди, и подойди, главное, успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей. А выжженный кишлак, шагай, солдат, шагай. У них настрой веселый, а мы им поутру сыграем от огня. Шагай, солдат, шагай. У них настрой веселый, а мы им поутру сыграем от огня. 15 человек, нас много или мало. Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай. Пока заря не встала, пока качает ночь звезду головой. Шагай, солдат, шагай. Заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. И продолжение такое. Насколько мой друг Серёга Кузнецов был водителем в Афганистане, фронтовым водителем, то продолжение про него. Вот кончилась война,
Да здравствует гражданка, героем всех времен, кого-то назову. А ты давай крути, верти свою баранку, и жди, когда опять на войну позовут. А ты давай крути, верти свою баранку, и жди, когда опять на службу призовут. А те, кто за тебя судили береги, кто за твоей спиной разваливал страну, заявит, так тебя напрасно не добили, ну вот тебе приказ на новую войну. Заявит, так заявит нас тебя, там тебя напрасно не добили, и вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам, и снова, как тогда, попробуем успеть. А старый комполка получит генерала, а красный замполит сумеет повелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Поля Куликова. А Флор записал прошлый раз? А песня такая, удивительная, но она веселая тут, а то все такие. Значит, командир полка, рядом стоял полк 200 километров, мы не подчинялись никому на свете, нас вот приехали на Москву, прямо на председателя, на Андропова, и кто был после него. Значит, а это армейская. И казалось, у нас 2500 штыков у него в полку, то Арканян, полковник, он, значит, чем Бадахшан, а там 30 тысяч квадратных километров, все у него. И все пытался нас застроить. Написал донос ему. Получил ответ, по башке ему стучили, он перестал, значит. Но и запретил эту песню исполнять. В полку петь, потом была строевая эта песня, ходить, ну, чтобы с тоски не умереть. И пока не пришел, наверное, все помните, известный командир полка, подполковник Лёва Рохлин, приехал ко мне на 17-й день пребывания, обменялись разведданными, поставил бутылку водки, просил принять кассет. И эту песню он заводил в солдатской столовой. Почему? Все-таки нет, он солдат. Вот эта песня. Как на поле Куликовом прокричали кульки, и в порядке бестолковом вышли русские полки. Как дыхнули перегаром за версту разит, значит, выпито немало будет враг разбит. Слева рать, справа рать, приятно с похмельем мечом помахать. Слева рать, справа рать, приятно с похмельем мечом помахать. Перебрались через реку с криком, с матом, молодцы, рейд назад, дороги нету, в воду бросили концы. Красноносый воевода в ратном деле знает толк, и в засаду через реку ускакал засадный полк. Слева рать, справа рать, ух, приятно с похмелья мечом помахать. Слева рать, справа рать, приятно с похмелья мечом помахать. Показалось, вражьи стаи копья стали с краю в край, пред каминой по мысу на холме зенит малай. Лично от поля раздается, есть тут смелые или нет, эй! И с татарином сразиться выезжает пересвет. Слева рать, справа рать, приятно с похмелья мечом помахать. Слева рать, справа рать, приятно с похмелья мечом помахать. Молодец, кричат ребята, подстрахуем, не робей. Из толпы татар галопом вылетает щелобей. И сошлись, гремя железом, ранним утром рать на рать. Накануне все допито, и я страшно выбирать. Слева рать, справа рать, приятно с похмелья мечом помахать. Слева рать, справа рать, приятно с похмелья мечом помахать. Как на поле Куликовом откричали кулики, ну, разгромили басурманов протрезвевшие полки. Была слева рать, была справа рать, теперь за 100 верст никого не видать. Была слева рать, была справа рать, теперь за 100 верст никого не видать. Это действительно, может, третий концерт, и начинаем тяжелых. Ну да. Московский троллейбус сейчас пик, все видели? Видели? Ездили на нем. Сейчас я весь со стороны вам изображу. А тот автобус, где вы едете. И в холод, и в жару,
на всякую погоду. Морозы, слякоть, стужу в голове. Трамвайся я в толпе со всем честным народом. В автобусе под номером 196 меня сюда несут, локтями прижимая. Я дружеские чувствую пинки. И завопит сосед, слова не выбирая, чтоб я немедля слез с его ноги. А у передника сын слышны голоса. Да чего мужчины сделались несмелыми? Товарищ, вы там не лежите? Уже целых полчаса. А что могу я сделать? Ну вот чего это делаете? Эй, бабка, ты куда так рано поутру? Молчалка, конечно, не за водкой. Товарищ, вы протерли мне ужасную дыру своим пенсне на импортных колготках. Женщина, вы сходите? Я сходил утром. Значит, вы выходите? Выходим только замуж. Что же вы все-таки делаете? Объясните дельно. Я сейчас в Аглазию. Ну, значит, с днем рождения. Девушка, пожалуйста, ну слезьте вы с компостера. Не дай бог случится что, будет ведь скандал. Я сейчас пробью билет. Чего вы так орете? О, теперь вы женщина. А я предупреждал. И в холод, и в жару, во всякую погоду. Морозы, слякоть, стужу, гололед. Пробусь я в толпе со всем честным народом. В автобусе под номером 196. В автобусе под номером 196. Еще одна песня про автобус. Без номера, просто автобус. Московский сейчас пик, как сегодня. А в час и пик автобус едет, и публика орет. А ну подай еще чуть-чуть, подай еще чуть-чуть, и массы внутрь лезут. А ну, мадам, подвиньте-ка задочек, да я свой билет хочу прокомпостить. Я наступаю, я на четверть позвоночник, и где это начинают голосить. Эй, осторожней, продавите в крышу, и не хватайтесь за мои очки. А то ведь я и так упал автобуса, как перерывал и перепортил все челки. А в час и пик автобус едет, и публика орет. А ну подай еще чуть-чуть, подай еще чуть-чуть, и массы внутрь лезут. Чья-то рука монетку мне в рот насыпала и потрепала больно за ухо меня. Потом под подбородком долго рыскала, чего это, и галстук оторвала до корня. А рядом женщина безумно гоготала, рыбак рассыпал над нею червяков. Они залезли к ей, куда попало, а мне вдруг стало, ну прям так нехорошо. А в час и пик автобус едет, и публика мне ворвет. А ну, подай еще чуть-чуть, подай еще чуть-чуть, а массы внутрь лезут. Ой, наконец моя вот остановка. И я рванулся из последних сил, и наконец оказался я у двери. На волю выпал и в сердцах заглазил. На мне пиджак с плеча чужого и брюки женские, без задом вперед. Нога обмотана бюстгальтером шелковым, нога другая завязалась узелок. А в час и пик автобус едет, и публика орет. А ну подай еще, подай, эй, ты там лысый, подай чуть-чуть, ну подай, скотин, и массы внутрь лезут. Очень хорошие и добрые песни, но моим товарищам, к сожалению, уже слишком рано ушедшего, умершего. Он был заслуженный учитель Советского Союза, писал замечательные люди, очень песни про деревню, я ему завидовал. Когда эту песню спел, приехал Верстаков, он знаменитый поэт, известный ведь Верстаков, и говорит, его звали Валентин, друга. Говорит, Валя, все, больше ничего не пиши, можешь умереть. Но умер только через 5 лет Валентин, а песню поют по всему Луховицкому району, везде, и старше молодой, очень простая. Да его он похоронен, Валентин Терентьев похоронен на Калитниковском кладбище. Мы хотели сделать, написать у него на плите, вот как, есть любовь или нет, я не знаю, так называется эта песня, я вам сейчас не попробую спеть. Лучше Валя, конечно, не пел. Никто. Есть любовь или нет, я не знаю, но я знаю, в далеком краю есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. И девчонка коротенькая
платье, белым бантиком в русской косе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней по росе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней по росе. И были ночи полны соловьями, поцелуями ласковых губ. Звезды мерцали у нас под ногами, освещает таинственный путь. Звезды мерцали у нас под ногами, освещает неведомый путь. Так есть любовь или нет, я не знаю, только знаю, в далеком краю есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Есть большая поляна лесная, да черемуха в белом дыму. Поющих, пишущих, живущих в жизни очень много за последнее время, с годами становится все больше и больше. Поэтому я бы хотел всех вам представить, но времени просто не хватит. Ушел из жизни совсем недавно относительно замечательный наш единственный поющий генерал, настоящий имперский русский генерал Виктор Павлович Куценко. Он рисовал, и пел, и писал, и сам свои песни исполнял. И одна песня, которая мне нравилась больше всего, я однажды уже пел на другой концерт. Просто я теперь, ему 72 года было, мне гораздо меньше, но так думаю, что уже теперь вот до той точки дошли, когда песни, и судьбы уже общие стали у людей, да? Я в память о нем пою эту песню. Трудно надеяться,
трудно надеяться, юность далекую снова попасть. А мне по-прежнему крутится, вертится шар головой и не хочет упасть. А мне по-прежнему крутится, вертится шар головой и не хочет упасть. Где эта улица? Где эта улица? Где же эта улица? Где этот дом? Сердце надеется, сердце волнуется. Было я когда-то в кого-то влюблен. Так получается, жизнь не кончается в старом забытом саду городском. Так же, как в юности с кем-то встречается милая барышня в голубом. Так же, как в юности с кем-то встречается милая барышня в голубом. Крутится, вертится, крутится, вертится, крутится, вертится шар голубой. Что-то забудется, что-то изменится, только не молодость наша с тобой. И как молитву я песню забытую все повторяю, да что же напасть. На старой гитаре играю о шаре, как кавалер барышню хочет украсть. На старой гитаре играю о шаре, как кавалер барышню хочет украсть. И последняя песня, наверное, еще верная, последняя. Край, уже там рановато, ну. Эта песня тоже ностальгична, но как более в зрелом возрасте написана. Она в деревне идет, «Дня боевые друзья» совсем недавно. Выйти на время еще поучаствовал. Я всегда стою в работе, вот выступаю здесь. А так я с 93-го года там сидел. Там есть заветные тополя, и по 300 лет, там две тополя, там молодежь собирается, песни поют, костры жгут. Люди сходятся по весне, расходятся по осени. Вот песня про это творяет, про позднюю любовь. Промчалось лето, жаркое шаленое, ушло тепло со скушенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою, у трех заветных старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою, у трех заветных старых тополей. Костер погас, и песня не допета, пусть нужных слов еще немало есть, но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся, Бог весть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся, Бог весть. А было так, вначале было слово, неуловимо, легкое, как дым, а все, что дальше, в общем-то, не ново, не осудим и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осудим и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты, и что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь одно с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь одно с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете прощусь, целую кончики ресниц. И пусть сплетут досужие соседи про нас еще одно из небылиц. Да пусть сплетут досужие соседи про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весям стальные стрелы скорых поездов. А все, что было, осень занавесит тяжелые шторы сизых облаков. А все, что было, осень занавесит тяжелые шторы сизых облаков. Тяжелые шторы снежных облаков. Спасибо вам большое. Нам не было очень теплое время. Радостно на рассвет. Надеюсь, еще увидимся. Вот если не в этом году, то в следующем. Спасибо вам. Добра вам, счастья, добрый вечер. Никакой войны не надо. Лучше пить.